Константин, с приходом Салават Юлаев, с какими чувствами, эмоциями приехали сюда, в Уфу? Спасибо большое за поздравления. С хорошими эмоциями, вот уж положительными. И знаю многих ребят по команде, с кем-то играл, так или иначе, в командах. Вот поэтому в плане адаптации проблем не было. Уже провели первую тренировку с хорошими эмоциями, поэтому все хорошо. У вас в ЦСКА была одна роль, были там лидером команды, Акбарси чуть, может быть, по-другому все складывалось. В Салавате Юлаеве вы кем себя видите? В первую часть игроком команды, то есть то, что надо будет от меня, то и буду выполнять и требования, соответственно, и лидерские качества, если необходимо, то есть в любом случае проявлять. Поэтому в любом случае задача считается как бы быть лидером. У вас такой внушительный международный опыт и титулы, в том числе. Вы в раздевалке уже ощущаете себя там одним из главных людей? Ну, знаете, титулы хорошо, наверное, мерить, когда уже закончится карьера, и в плане того, что уже там вспоминать. Это было когда-то, да, это хорошо, это есть, но в любом случае их много. И того, к чему и стремиться. И нельзя останавливаться, потому что если ты остановишься на одном месте, уже тяжело будет дальше идти. Закончился отпуск. Как себя чувствуете? Как его провели вообще? Хорошо, на самом деле. Было достаточно времени отдохнуть. Первую половину часть, скажем так, если надвое поделить. Вторая часть уже, конечно, это была подготовка непосредственно к сборам. То есть уже подойти, скажем так, более-менее в оптимальной форме.